обязательно, потому что я без пяти минут пенсионер. И как относитесь к этим изменениям? Ну, трудно сказать положительно, ну и не скажу, что и отрицательно. Надеюсь на лучшее. Когда пенсионный возраст все-таки придет, получите ли вы пенсию в связи? Знаете, я как-то думаю, пока над этим нет смысла задумываться. Вот я живу сегодняшним днем, завтрашним максимум. Да нет, конечно. Да думаю, на государство особо надеяться не стоит. Прежде всего на себя. Нет, не слежу в силу еще своего, так скажем, достаточно молодого возраста. И особо ни в какие реформы, нет веры, нет никакой мне. То есть пока я далека от этого вопроса. А вообще вы надеетесь на то, что получите пенсию? Ну, вообще надеюсь, конечно. Надежда умирает последней. Но веры какой-то серьезной нет. Постоянно не слежу. Вот. Ну, знаю, что в феврале должно быть повышение в 2015 году. И в апреле еще незначительное тоже. Нет, совершенно не верю, не интересуюсь, не слежу за изменениями. Я отчисления не веду в этот фонд. Потому что смысла в этом никого не имею. Отчисляю я, наверное, 10 рублей, а получу потом копейку.